куча, весь вид портит. Все, красота, друзья. Я, конечно, надеялся, что это сделаю. Но надежда была слабенькой. Еще пришел братуха, немножко тут помог. Тот участок, где он сажал. Немножко. Он его немножко убрал. Что только не найдешь здесь на огороде. Какие-то проволоки непонятные еще. Камни, железяки. Славненько, в общем, я потрудился. Надюша, наверное, думает, жаль, что нельзя попариться, пока сливы сушатся. Какой аромат! Интересно, этот можешь немножко приоткрыть, чуть-чуть, или не надо. Друзья, помолол вместе с кочанами. И кочаны не найдешь. Пошел до соседа. Интересный агрегат. Ну, обе руки были заняты, поэтому не смог заснять. В следующий раз засниму, если что, штатив возьму. Самодельный агрегат. Вот. Это будет козам, утятам. Ну пока особо незаметно. Ну, немножко подсохло. Ой, как тут жарко. Дровишек понемножку подкидываю. Ну, сок течет, где более спелые. Надо градусник в баню приобрести. Что значит быстро иди кушать? Пока горячее, иди кушать. Давай, Саим, кушать, мы ж не кушали. Я сегодня вообще не обедала. А я молочка попил. А больше? Картошечка. Не ел больше, иди твори, я его позже грел. Помолол кукурузы мешочек. Здорово. Вот, сосед сказал, что закончится, приходи еще. Ага. Прямо с кочанами, там, знаешь, даже не отделишь. Уже 5 часов, я сегодня еще ничего не успел. Девчонки сказали, они ели. Не знаю, что они там ели. Бабушки. Ну, они приготовить себе сказали, если надо. А дождик опять моросит. Ее в футболке. Что-то новый корм вам вообще не нравится, да? Вот так вот, кукурузка у тебя там не нравится. Сегодня утятам кабачково-морковный микс на ужин. Внимание! Че, вам цвет не нравится? Это вкусно! Ну?
Кто самый смелый? Ну, короче, банки сегодня залила. А я в холодильнике смотрю, нету. Вот уже получилось, хочу холодильник поставить. Уже схватилось. А ну, что да, холодильник? Давай съедим-то и все. Глянь, как сметана, похожа на сметану. Такое твердое. Но ножом зачем? Ножом нельзя, да, знаешь, такая есть это. Примета. Примета. Я вот арбуз ем. Такой вот маленький, меньше, как кулачок. И все, это можно, я съем, да? Да, это можно есть. Но еще не схватилось, но холодильник надо поставить. Не, холодильник это уже на хранение. Мацони. Закваска. Слушай, я так рад, что я успел, там дождик моросит. Надо погоду посмотреть, что за погода будет. И надо побриться. Не забудь побриться. Угу. И постричься. Я сегодня хочу волосы себе покрасить. Не знаю, успею. Каждый день думаю, завтра, завтра, завтра. Но сегодня прям мне надо покрасить голову. Завтра. Завтра. Все. Можно это на ужин, да, съем? Да, можно. Лариса разукрашивает. Да, у тебя носки очень грязные. Да, я. Снимай. Тая платье вырезает кукле. Надо другие ножницы. А где розовые ножницы? А? Розовые? А я сейчас штуку подумала. Мама, что ты там делаешь? Я хочу вот это убрать, все. О! На, папа. Моя. Что только нет тут? Оно в коробочке лежало. Нету коробки? Лежало в коробке. Это гирлянды. Это детское надо отдать кому-то. Оно все в пыли. Это ночью, чтобы спать. Папа, это ночью надо переть, чтобы спать. Кого? Пазлики такие. Это надо протереть, Алиса. Любишь, конечно. Вот еще. Вот еще. Отдадим каким-нибудь малышам. Держи, Алиса, ложи на столик. Папа! А что туда полезла? Чья корона? О, диадема. Мама, мама, ты какая помайка, ты мне такой же заколон купил. Да, мы только что не покупали. Так, так. Ананас. Ананас. Это что такое? Это с елочных игрушек, надо выбросить. Наверное. Я хочу здесь протереть пыль, друзья. Какая-то коробка лежит. Вот там гирлянды были. А вот еще одна гирлянда там. Ой, какая пылюка, кошмар. Стыдно. Запылились. Это? Держите. Но это часто достаем. Может, я подостаю? Ты так как грохнешься сейчас. Давай. Доставай. Доставай. Мячик всеми любимый. Мяч кому отдадим? Мама. Мне бы все отдать. На, вот там. Это с гонки. А? Это с гонки. Мама, раскраски. Мама, да, это недавно я взяла. Раскраски. Ну, это тоже недавно. Вот это очень нужно. На улице прищепки можно использовать. Ой, фотографии пропали. Это фотографии с Ириной, подружкой моей. Эти фотографии можно поменять и оставить. Ой, ты сколько будешь хранить? Ой, всю жизнь. Всю оставшуюся жизнь. Переедем, тут оставим. Алиса, подожди. Ой, Алиса, отходи, отходи. Папа, тебе чемодан надо дать. Чемодан можно туда, вот под кровать как раз положить. Нет, чемодан можно на чердак. В домик под кровать. На тебе эту фотографию разбитую. Рамочку разбили. Это потом. Это мои тетради ученические. Это я тут, когда училась. А кого это? Дадим жирафу кому-нибудь, пожалуйста, девочонки. Давайте. Я вот этих. Дадим. И балалайку. Балалайку.
Надо кухню делать. Тут балалайку подарить. Вот еще одна балалайка. Какая ты еще балалайка? Такая. Мама, это мы какие маленькие, да? Нет, это мама когда была маленькая. Давай тут протру. А я что-нибудь стану? О, как хорошо, вот так вот надо. А что вообще на шкаф можно складывать? Ничего. Ой. Бе. А. Что на шкаф надо складывать? Не знаю. Какие-нибудь бумажки, документы. Коробочка. Да, можно коробка. Можно английский. Раньше были ансисоли. Твои швейные принадлежности. Что тут драгоценного? Это все драгоценное по мне. Это моя учеба, даже есть атлас. 7 класс. Это все твои тетрадки, да? Это тетради, которые я училась в колледже. А, в колледже? Да. Вот атлас от 7 класса остался. Сейчас, наверное, такого нет атлас. Другой. Ну, наверное, немножко другие сейчас. О, тут карты у тебя. Тоже атлас. А там еще в домике у нас атласы есть. География, все. Да, это 11 класс, по-моему. Музыка твоя. Музыка. Папа, это ночь, чтобы спать. Русская народная песня. Повесить надо. Это даже брат, наверное, писал. Его почерк, это не мое. Фа мажор. Да, это брата. Билет номер 1. Билет номер 2, номер 3. Это мы учились в музыкальной школе. Надя тоже музыкант. Не, я не музыкант. Музыкант, она школу музыкальную окончила. Это я диктант писала. Угадай-ка. Было такое, друзья. Все было давно. И тетрадь, и нотис. Ой, это я. Вот это моя тетрадь. А мои все это, я не знаю даже где. Ой-ой-ой, билет номер 1. Тоже. Угадай-ка. Диктант, теория. И все на этом. Вот и вся музыкальная школа. Здоровье, жизнь. Это что-то, что-то. Это Заокский университет. Это билеты. Грамота моя, город Сочи, коллеги по работе. Это в Сочи? Нет, это в Чебоксарах. Это в Чебоксары. Что, заховать опять все? Не знаю. Раньше интернета не было, все же этот, все фотографировались. Вот, ставили рамочки, вешали дома. Ну, она видно, что она висела уже где-то, выцвела. Да, висела дома у меня. Это тесты, сертификат. У тебя вот, столько Сочи. Дипломов всяких. А толку? Толку-то никакого. У меня всего 3, а у тебя? Ну, это чем? Экология здоровья человека. Фонд. Интересно, вот книжки выпускаются сейчас. Канаш 96-й год. Интересно, меняется это все. Вот. Изучают. Показатели, там еще что-то, да? Так, ладненько. Ладненько, да. Тут педиатрия. Если читать это все. Видно, что врач. Да, какой врач. Так, я вот эта вот коробочка от интернета, я думаю, надо на чердак. И от ноутбука тоже.
Что здесь, гляну, что здесь. И тоже на чердак. Тут, наверное, гарантия. И все. Сейчас говорят, что чердаки нельзя захламлять. Кто-то писал, закон вышел. Закон вышел для многоквартирных домов, друзья. Я помню, кто-то написал. Ага, вот моя работа, четверка за это. Вы постовая медсестра нефрологического отделения. Из приемного отделения поступил ребенок 7 лет с диагнозом острый диффузный гломерулонефрит. Вот. Задание. Составить план ухода и обследовать и обосновать свои действия. Цель не допустить развития осложнений и ухудшения состояния. У него острый гломерулонефрит, да? У ребенка. У меня хронический. Вот да. Поступил к тебе с хроническим гломерулонефритом муж. Короче, это, конечно, вот лекции читаешь, это, к сожалению, человеческий мозг все это теряет. Память кратковременная. У кого-то нет. Вот, надо просто повторять, чтобы быть в теме всего этого, надо все время повышать квалификацию. Да. А вот это из-под Полариса, это что у тебя там, швейные, да, принадлежности? Да. Ой, нитки всякие, да? Вязание. Ой. Да. Куда бы это все красиво поубирать? Да, куда? Вот ты заходишь, тебе так хорошо в комнате. Но там еще, конечно, я паутину сметаю. Так прям легко стало дышать. Но тут такой теперь кавардак. Куда все это убрать? Да, тут уже Тая постаралась. Захламились, друзья, захламились. Как это с этим биту бороться? Я в Санкт-Петербурге работал на шиномонтаже. На шиномонтаже. И это мне... Да... Сотрудник ДПС, я ему делал, менял шины на зимнюю резину. И он открывает багажник, а у него вот это лежит. Он говорит, забирай, говорит, это у кого-то там отобрал. И мне отдал. И вот это вот я с Питера привез. Я ей в Санкт-Петербурге я этой штукой орехи колол. Грецкие. Молотка не было, от этой битой орехи колол. Тяжелая деревяшка. Ой-ой-ой, педиатрия, ужас. Ужас. Да, тогда сейчас психиатрия. Ужас. Вот это надо было все знать, все проходить. Это было очень интересно. Да, это дневник. Вместе с перевязочной медсестрой ходила обрабатывать пролежень в области ягодиц, которая возникает вследствие длительного сдавливания мягких тканей. Больному наложила мазевую повязку, для этого использовали облепиховое масло. Раздавала пищу тяжело больным. Это типа практика была? С соблюдением номера стола, да. Выполняла внутримышечную инъекцию с антибиотиком. Премедикация, ну это просто я, это термин уже, это медикаментозное подготовление больной к наркозу и операции. Цель – снять возбуждение, успокоить больного. Промедол плюс димедрол. Это ты все записывала, что делала, да? Нет, это не было. Это просто это, термин какой-нибудь выписываешь. Просто. Да, это я делала, да. Что делала, записывала. Это на практике? Да, но оценки что-то тут не ставили. Обычно на практике ставят оценки старшими. Ну а сейчас вот ты манипуляции какие делаешь, тоже все где-то отмечаешь, да, записываешь? Да, по назначению врача все. Практика оценивается на отлично. Mm-hmm. Да, вот так вот. Да. Было такое, старшая медсестра, подпись, заведующая отделением. Ой, интересно. Учеба, конечно, это здорово. Особенно студенческий дневник проверен, записи регулярны. Замечание вот. Что-то имеет контроль за передачей продуктов каким-то. Замдиректора по практике. Приезжали, проверяли, что мы на практике. Что мы этот дневники ведем. Это все проверяется. Прям, ну как? Как в школе. Характеристика тут дала в том, что она действительно проходила учебно-производственную практику. Короче, очень интересно читать свои давние записи. А моего ничего не осталось.
Что за радостные крики? Я же с кухни прибежал. Да, жгут мой нашелся, слушай, вот. Жгут? Да. Ты что смеешься? Классная вещь. Только внутри человека. Ну, немножко поломан. Это нам выдавали, у каждого был свой жгут. Но я его не выдумала. В аптеке, наверное, тоже продают. Выдавали? Теперь у меня будет свой личный жгут. А, да, личный. Что, на работу возьмешь? Лоска. Да. Ой, это доработает. Что, 2-3 дня осталось? Не работает. Ну что, заклинил. Я уже не забыла. А, это кружка. А, он вот так, наверное. Просто они разные, я уже забыла. Так, раз, затягивай. Наоборот. И сюда, хоба, наступаешь. Это немножко не такой. Переверни. Папа, сейчас я попить. Он немножко не такой. Переверни его. Мама, не так. А так неправильно будет, да? Да, вот так вот его надо. Из-под низу тянешь? Да, из-под низу. Он должен быть сверху. Он просто так сделал неправильно. Странный какой-то. А вот и сразу фоняет. Классно. У меня есть свой. Так, я тут нашла... Адреса самых лучших друзей брата. Сейчас ему по WhatsApp отправлю. Как приятно доставать свои старые вещи. Прям такая ностальгия. Пересматриваешь. Конечно, время занимает лишнее. Поэтому лишний раз не хочется все это доставать. Вот. Ну, ностальгия. А у нас такого нету пенького. Ностальгируй. Я пенького видела. А я вспомнил, что с моими тетрадками... Они что, в печке? Нет, я их тоже собирал. А потом мы делали ремонт когда-то давно. Я вынес анатомия. 9 класс. Они мне очень нравились. Вот эти брошюры я не выбрасывала. Хотя я не знала, куда пойду. Думаю, классные книжки такие вот у нас появились. А-а-а. Мне очень нравилось. В общем, я это... все вещи снес в сарай, где у нас сейчас там картошка хранится. Вот. И был ветер сильный, короче, поднял крышу на этом сарае. И дождь, и все это, короче, все это замокло. Друзья, сегодня прочитаем с 5 по 13 текст из послания к римлянам из 10 главы. Когда Моисей говорил, что человек, соблюдающий все повеления закона, в них и найдет для себя жизнь. Он о праведности по закону говорил. А праведность, что по вере, так говорит. Не вопрошай в сердце своем, кто на небо взойдет, как если бы нужно было Христа оттуда свести, или кто в бездну сойдет, как если бы нужно было Христа из мертвых вернуть. Что же тогда он утверждает? Близко слово к тебе. Оно на твоих устах и в сердце твоем. Слово это о вере, та самая весть, которую мы проповедуем. Так что если устами своими ты открыто заявляешь, что Иисус Господь, если сердцем веришь, что Бог из мертвых его воскресил, будешь спасен, потому что вера в сердце к праведности ведет, а исповедание устами ко спасению. Писание и говорит, всякий верующий в него посрамлен не будет. И так для каждого безразличие, для иудея и для язычника, Господь ведь у всех у нас один, и богатство его довольно для всех, кто в молитве призывает его, ибо каждый, кто призовет имя Господне, будет спасен. Такие вот тексты, друзья. Спасибо, что вы остаетесь с нами. До встречи. Пока.